Всем здравствуйте! Смотрим сегодня, в чем ваша привлекательность. Пятерка жезлов, знаете, скорее всего, в некой такой немножечко воинственной энергии борьбы, да, когда вы стараетесь достигнуть чего-то, да, вот вы выражаете вот эту энергию некой конкуренции, когда внешнему миру, как будто бы вы показываете, что вот я в чем-то заинтересована, у меня это получится. Вот какая-то такая соревновательная энергия, в ней есть азарт, в ней есть искры вовлеченности, интереса, движения. Возможно, когда вы хотите ставить себе какие-то цели, что-то хотите получить, вот люди, глядя на вас, да, они видят вот этот вот огонек. Во-первых, они видят вашу силу, что вы прям вот целеустремленные, вы можете получить то, что вы хотите. С другой стороны, вот ваш азарт, он как-то вот вовлекает во взаимодействие с вами, либо просто за вами наблюдать. Потом у вас есть такое качество, знаете, вот как будто бы бросать вызов, да, либо себе бросать вызов, брать себя на слабо, либо каким-то другим людям, но в большей степени себе. То есть люди видят вас, когда вы преодолеваете сами себя, что-то делаете для себя, как-то вот растете, они видят ваш интерес к жизни, то, как вы вот, как, я не знаю, взбираетесь на какую-то гору, либо поднимаетесь по веревочной лестнице наверх, сталкиваетесь с какими-то трудностями, но все равно вы это делаете, продолжаете. Вот это вот ваше усердие, вот этот вот огонь к жизни, да, когда я готова ради своей какой-то цели выгрызать зубами все, что мне здесь необходимо, но я обязательно это получу, вот это очень привлекает. Это вот прям такая манкая энергия.